Приветствую всех, с вами канал Вита Салва, и сегодня у нас анбоксинг. Значит, пришла мне посылочка, сначала, конечно же, пришло извещение, и я сначала не понял, в чем фишка, в чем прикол, так как номер, по которому пришла посылка, да, вот этот, он отличался от тех номеров, которые, ну, посылки, которых я заказывал, делал заказы, и пришло так быстро, что я даже не мог понять, то это или не то. Я проверил номера, посылки, которые я заказывал. Ну, номера не сходятся. И пришло очень быстро, что меня удивило. И по весу вот тоже я не знаю. Ну, предположительно, я уже понял по ощущениям, что там находится. Сейчас я попробую как-то это все вскрыть. Неудобно, как бы, конечно. Вот. И, значит, посмотрим, что там пришло. Если что, ну, поделюсь с вами. Так, вот поставил камеру поудобнее. Значит, вот посылочка. Сейчас я ее вскрою. Вскрою я ее. Ontario Red 1. Последнее время, больше 3 месяцев, может даже больше 4. Она у меня на кармане и справляется совсем отлично. Как я считаю, что это именно тот нож для ежедневного ношения. Да, как я понял. Значит, сейчас вот я вскрыл и что достал. Значит, мы видим, что это USB адаптер. Это, знаете, от прикуривателя. Точнее, для прикуривателя, для машины. Такой переходник и, так скажем, зарядка. Так, смотрим поближе. Что тут написано? Такая вот штучка и в таком пакетике. Я думаю, все будет видно. Так, обратную сторону. Сторона, все написано, читаем, смотрим внимательно, кому интересно, останавливаем. Значит, и я, конечно, вскрою ее сейчас, достану из упаковки. В принципе, так скажем, ничего сверхъестественного или еще чего-либо. Значит, это китайская, в общем, вещь, которая обошлась мне менее 100 рублей, там что-то 90 рублей, ну, около 100 рублей примерно. Значит, такая вот штучка. Вставляется прикуриватель, и тут разветвление. Но я так скажу, если будет это видно, сделано здесь, так скажем, не из очень... Хотя нет, вроде... Ну, на первый взгляд она как бы, так скажем, как-то не очень. По виду проводок такой хлюпенький. Пластмасса вообще, ну, китайская. Я думаю, ну, надо проверить ее.